Всем привет! Привет из Крыма! Сегодня маленький ролик о том, как готовить настоящую шурпу охотничью. Это такой мастер-класс от такого суперовского егеря нашего крымского. Как приготовить вот это настоящее крымское блюдо на свинине. Потом еще сделаем на баранине отдельно. Ну что вам сказать? Мясо, лук, морковка, специи. Что там у нас еще? Помидоры, зелень. Просто посмотрите, как красиво это выглядит. И вы не поверите, но это в природе просто вкусно. И наши эксперты это подтвердят в конце. Thank you.
Шурпа – это блюдо превосходное для лесных условий, вкуснейшее, наваристое. Часто на охоте готовил? Часто. Спасибо. Нет такой охоты без шурпы. Все, без шурпы то охота не охота.